День добрый, господа, с вами MNG, и сегодня мы с вами щупаем новую игру, Jagged Alliance 3. Сразу скажу, что во вторую часть я не играл, я не олдфак, не олдскульчик, я понятия не имею, что там было. Я смотрел всего лишь один раз трансляцию одного паренька, начало кампании, там, ну, то есть очень отдаленное представление имею о второй части, и вообще, как бы, для меня это, по сути, какая-то новая игра, какая-то новая RPG-шка, наверное, похожая на Westland или что-то типа того. Вот, будем ее щупать. Я вообще не заходил в нее, я всего лишь поднастроил себе тут графончик, потому что, как я понял, она довольно-таки не очень оптимизирована на каком-то кастомном движке, поэтому я пока что поставил все на среднее. Благо, у них есть очень классная функция показывать FPS прямо в игре. Так что у нас в первой серии повисит вот эта штучка, я посмотрю, как игра себя ведет. Если что, может быть, графику побольше поставлю. Ну, вообще, вы знаете, что я как бы не любитель красивой графики, поэтому мне, в общем-то, на это не сильно важно. Ладно, ну давайте, что, без лишних слов, новая игра, название прохождения, давайте по традиции какой-нибудь там Try 1, сложность у нас тут самая сложная. Я чуть-чуть посмотрел, как люди играют, и, как мне показалось, сложность там напрочь поломана, поэтому пока что поставим самую сложную. И посмотрим, как оно будет. Мягкий режим, какой-то облегчающий режим нет, конечно. Смерть есть смерть. Очень хочется нажать, да? Результат игры сохраняется. А, это Iron Man, да? Нет, тогда нет, подождите. Iron Man для первого прохождения, наверное, нет. Сохранение игры во время боя невозможно. Ну, прекрасно. Нет состояния тяжелого ранения. Если здоровье наемника достигает нуля, он погибает. Блин, ну вот очень хочется, я очень люблю такое, вот, чтобы такое было в игре. Но все же, наверное, нет для первого прохождения. Обучение, да. Я вообще специально выбрал формат видео, а не стрима, потому что, ну, опять же, мне показалось довольно перегруженной механиками игра. Чтобы чат меня не отвлекал, я поменьше тупил. Лучше я на видео вот потуплю первую часть, а дальше видно будет. Тут так, кинематографическое. Давайте поставим, раз мы, типа, на ютубчик играем, да? И тут, видимо, не важно. Ну, хорошо. Вроде бы ок, вроде разобрались, давайте начать. Когда серия Jagged Alliance впервые увидела свет, в ней с юмором обыгрывались штампы и шаблоны кинобоевиков 90-х. Jagged Alliance 3 продолжает эту традицию, не обходя вниманием и современные события, а также поп-культуру. Jagged Alliance 3 представляет собой художественный вымысел, очень взрывного толка, не основанный ни на каких реальных событиях, лицах и географических точках. Мы призываем вас вести себя рассудительно и здраво в процессе игры, а также при выборе, какому из отрядов противника первым прилетит граната. Угу, типа шуточки пошли. О, красивые картинки. This is Emma LaFontaine. Thank you for agreeing to help me find my father. I don't have much time to talk. I've been told it's no longer safe for me here, so I'm preparing to leave. I can't believe a city that only a few months ago was filled with joy and hope is now a place of fear and suspicion. But perhaps that tells you just how important my father is to this country. You see, Alphonse Lafontaine is much more than just the president. He is the symbol of my people's faith in a brighter future for Grand Chien. Since his abduction, that faith has been shaken. Things like law and justice are fragile concepts here, and the political enemies my father made are already calling for emergency powers to be invoked. I don't know if they are behind the kidnapping, but I am sure they are planning to take advantage of it. The person who took my father calls himself the Measure. I haven't been able to find out who he really is, but everyone knows what he wants. He has demanded the entire Ajani River Valley be given to him. His followers, who call themselves the Legion, have already seized most of it. But he has vowed to execute my father should the government attempt to intervene. I've wired the money you requested. Please, assemble your team and come meet me on Ernie Island at Corazon Santiago's villa. She is the Adonis representative I told you about in my email. Her diamond mining operations can help with additional funding, should you need it. My car is here. I have to go. I'll have more details for you when we meet.
Так, я не стал читать текст снизу, потому что, ну, вроде, смотрите, неплохая работа была проведена, да, по озвучке с акцентом. Хотел, чтобы вы слышали голос. Те, кто понимает английский, это, ну, приятнее, чем если бы я переводил. Поэтому я, вот, наверное, такие речи не буду переводить. Читать буду вот в таких случаях. Итак, у нас открылся какой-то браузер. AIM — это как бы прицел, целик, точность, да? Добро пожаловать на веб-сайт агентства по подбору персонала AIM. Перед вами веб-сайт Международной ассоциации наемников AIM. Здесь вы можете просматривать и нанимать различных наемников. Подберите себе стартовую команду. Для этой операции рекомендуется нанять как минимум 3. Нам, видите, подсветили, 3 надо. Однако следите за своими финансами. По ходу выполнения задания вы всегда сможете взять в свою команду дополнительных наемников. Так что не беспокойтесь, если прямо сейчас самые прославленные бойцы окажутся вам не по карману. Чтобы, ну, короче, продолжить, да. Смотрите, прикольно, кстати, да, как в этих старых, типа, реально интернетах. А нас, условия использования, ошибка. У вас нет прав, а нас тоже нельзя. Тут уже 400. Реклама. Опа, я нажал на рекламу, почему? Или нормально все было? Окей. Вот у нас наемнички, да. Новички. Некоторые не в сети, смотрите. Ветераны. Элита. Цены, конечно, на порядок возрастают. Смотрите, 5 тысяч, 12 тысяч. Ну, хотя тут разброс такой, от 4 до 12. Элита от 6 до 13, аж до 20. Легенда. Опа, легенда премиум требует. Блин, ну все по канонам капитализма, да? Рекомендованный кандидат анаболик. Слушайте, я помню этого анаболика, я когда смотрел по второй джаге видосы. Очень классная у него озвучка была. Интересно, здесь какая... Так вот. This is Bobby Gontarski. Do you have business? О, да, Гонтарски его звали, да. Срок действия. Так, пока не надо. Окей. Смотрите, у нас 24 тысячи. Нам сказали, нужно 3 минимум. Сразу намекнули, да? Опа, сайт. Можно на сайт зайти. Черт. Блин, я всю жизнь же... Я же, ребята, 15 лет дизайнером работал и начинал именно с таких сайтов. Это, конечно, забавно. Наемник месяца AIM. Прям вот эти вот штучки, вот это вот все. Счетчик посетителей 327. А если я еще раз уйду, зайду? Он не меняется? Забавно, конечно. Вход домой. Забыли пароль. Опа, а я помню пароль, значит, да? Добро пожаловать в институт профориентации наемников, объект изучения АМП, профессиональная деятельность наемника. Мы знаем, как помочь вам справиться с негативными психологическими аспектами профессии. Блин, ну что такая хрень? Стоимость. Групповая скидка. Заплатив всего $7000 вместо 12. Серьезно? Вы можете пройти толк. Тест опросник личностных качеств. Да ты очень серьезно, что за бред вообще? Я упущу эту чудесную возможность и введу все вручную. Че, серьезно? Ну-ка, давайте. Что это такое? Это можно, типа, своего наемника, может быть, создать? Вы как думаете? Кажется, как будто бы это своего наемника создать, а? Может, попробуем? Че там по портретам? Блин, ну портреты такие себе. Вот мне негр приглянулся только. Вот этот. Прикольный вроде. И вот этот вот мужик, да? Слушайте, давайте попробуем. Может, на что-то это повлияет? Может, мы наемника так создадим? Кого бы создать, слушайте, а? У меня сейчас в голове всплывают разные разные личности известные. Так, смотрите, да, баланс некий есть. И нам пишут, что тут каждый дает. Слушайте, я бы, наверное, занялся этой фигней. Так, у нас там негр был и вот этот товарищ, да? Блин, ну он, конечно... Ладно, давайте так. Имя. Блин, а я забыл, как его зовут. Я помню прозвище, но имя не помню. А, черт. А, черт. Кто помнит, как Хитрована звали, а? Хитрован, я забыл, как тебя по-настоящему зовут. Давай, короче. Хитрован. А имя, видите, красным горит. Видимо, просят вести меня. Пусть будет, я не знаю. Саша. Прости меня, Хитрован, если я неправильно помню, как тебя зовут. Здоровье. Ну, то есть не Саша, а Александр. Пусть будет так. Может, потом, может быть, поменять.
Ну, здоровье понятно, проворность определяет, насколько хорошо наемник будет в физическом плане реагировать на новый раздражитель, влияет на общий запас ОД, бесплатное передвижение в начале хода и скрытность. Забавно. Ловкость определяет способность наемника корректно выполнять действия, требующие особой точности. Видимо, прицеливание, да? Сила, ну, понятно, лидерство определяет способность наемника вдохновлять и вести за собой. Интеллект, ну, хитрованный интеллект не нужен. Меткость. Так, погоди, а ловкость и меткость определяет способность наемника точно поражать нужную цель, а ловкость на бонус прицеливания на шанс тихого убийства. А, тут прицеливание какое-то есть, да? Но с хитрованным тоже не надо это, на самом деле. Ему бы вот проворность, чтобы быстро бегать, да? Плотность, может быть, чуть-чуть вот. Механика тоже вообще ему не надо такое. Вот взрывчатка может быть. Там у нас заступники, помните, со взрывчаткой были. Отражает медицинскую подготовку наемника и способность лечить. Не, не надо вообще это. Убираем все это. Механику убираем. Блин, так мы вообще супер крутого бойца можем сделать. Слушайте, ну, а может быть медицину надо хоть чуть-чуть? Давайте вот так вот, по минималочке. Чик-чик. Интеллект не нужен, да? Меткость. Давайте побольше сделаем. 75, наверное. Лидерство. Пусть он у нас вдохновляющий будет. Товарищ. Сильный. Лицо такое, видите, колоритное. Ну, может быть, ловкости еще догнать. Ну, типа, вот как-то так, может быть. И что дальше будет? Да, слушайте, это похоже на создание своего персонажа. Интересно. Я что-то не видел на стримах других людей, чтобы они этим занимались. Психопат. Как мне сразу. Может выполнить более жесткую атаку, чем была выбрана. Снижает цены. Ну, кстати, он переговорщик так-то нехилый, да, у нас хитрован. На всех стримах умудряется быть. Первую смену оружия заход можно совершить бесплатно. Вот это тоже подходит так-то. Тертый калач. Не знаю, все подходит. Вообще все подходит. А тут оружие, да? Два варианта причем. Автоматы. Ну, наверное, да. Обучение ближнему бою. Большой бонус точности при атаке противника на близкой дистанции. Это вроде неплохо звучит. Ночные операции, да что-то нет. Незаметность тоже не про него. Боевое искусство. Улучшает точность атак ближнего боя и защиту от атак ближнего боя. Рукопашный бой выполняет атаку ближнего боя. Прерывание. Если противник в радиусе ближнего боя или пытается отойти во время своего хода. О, это типа зона контроля, что ли? Интересно. Обучение. Нет, это не про хитрована. Увеличивает дистанцию броска для всего метания оружия. Блин, это же енот мог быть еще. Почему я енота не вспомнил? Как же у нас местный этот. Ну ладно, хитрована почему-то первого вспомнил. Давайте этот. Смена оружия тактика, переговорщик. Давайте психопат он у нас будет. Психопат, обученный ближнему бою и боевым искусством. Вот так вот я решил. А что заплатить-то сразу? А, типа я потрачу деньги, и у меня собранный мой, типа, чувак будет, да? Слушайте, это интересная опция. Это интересная опция. Типа так можно своего создавать, да, получается? Это прикольно, прикольно. Так, окей, что тут еще есть? Отзывы. Фигня какая-то, да? Галерея. Все как на старых древних сайтах. Это что такое? Не, ну это не парафлили, конечно. Вообще не ожидаешь такое увидеть. По-любому же у них там в команде разработчиков это отсылки. Слушайте, этот тип, это точно отсылка к кому-то из команды разработчиков. Вообще жестко. А кто снимал это, да, вопрос? Блин, прикольно. Ошибка 404, класс. Тесты. Блин, тесты, где тесты? Я хотел бы посмотреть тесты. Ну, прикольно, можно парафлить там на этом сайте. Интересная идея, конечно. О, можно... А, это вернуться, да? Слушайте, ну окей, я понял, что можно своего создавать. Это интересная идея. Давайте посмотрим пару наемничков, что ли. Смотрите, моя логика очень простая. Денег мало, и мне нравится, когда есть прогрессия какая-то. Тут, видите, у стартовых наемников очень мало черт.
Ну, хотя как мало, он у кого-то дофига. Но в основном мало, конечно. То есть, ну, типа не больше 4, там, да, 3, 2, вот что-то такое. А у топовых ребят, у них там прям обычно всегда дофига. И в целом у них там всего дофига. Вот, я такое не очень люблю. Мне больше нравится развиваться, поэтому я бы, наверное, каких-то новичков брал. Вот. Ну и брал, наверное, по очень простому принципу. Вот самое красивое. Ну-ка, давай-ка. Лейли Идриси Фаза. Механик она, да? Очень умная, да? Видимо, очками они решили изобразить ее ум. Такая, типа, лиса, да, хитрая. Медицина неплохая. Механика хорошая. Слушайте, хорошо вроде. Секретные данные открывают место расположения всех врагов, если у вас есть разведданные этого сектора. Интересно. Смена оружия бесплатная, слесарь. Взломы всякие умеет делать, обезвреживание. Слушайте, нам такой товарищ точно нужен будет. Оптимист. Небольшой шанс не допустить, чтобы боевой дух команды понизился. О, мне нравится эта девушка. Оптимист. Я люблю девушек-оптимистов. Пистолет, набор отмычек. КПК фазы, что это такое? Полезная штука для выхода в сеть и взлома военных компьютеров. Дает дополнительные... О, слушайте, ну это все, это прям мой любимец, я хочу уже ее... Где? Как это? Давайте почитаем. Добрая, пушистая и ни разу не хакерша. Ну да, да, ни разу не хакерша. Лейли родилась в подконтрольной Индии части Кашмира в семье беженцев. Детство ее выдалось непростым. Бесспорно талантливая ученица, девочка получила именную стипендию от Делийского университета. Она вечно вращалась в неподходящей компании. Учась в университете, она параллельно увлекалась вскрытием замков. Нормально. Изучая криптографию, по ночам взламывала закрытые базы данных с рождения. Одинаково хорошо владея и правой, и левой руками, Фаза вечно занималась сразу несколькими делами одновременно. В конце концов, ее криминальные жалости привлекли к себе внимание, и Лейли пришлось спешно покинуть Альма-Матер. Что именно там произошло, она не говорит. А мы в нашей компании уважаем частную жизнь своих бойцов. Слушайте, вроде прикольно, да? Hello there. Are you in need of my skills? Ой, вот голос у тебя, конечно. Так, я передумал, нет. У кого голос получше? Да не, ладно, чего. Тебе нужен специалист. Да, мне нужен специалист. Слушайте, ну раз игра ставит на 7, она же на 7 ставит. Наверное, надо брать на 7. Наверное, за нас умные геймдизайнеры уже все подумали. И, наверное, надо брать на 7. Это обойдется мне в 4600. Давай, хочу. I would be happy to accept, but my father says if I do not get a respectable high-paying job, I will humiliate the family. So I may need just a bit more money. Да, забавно. Ну, голос вообще ей не соответствует. Лицо, конечно, тут должно быть что-то более такое томное. Вообще, как бы голос не туда, прям, ребята, не туда, вы что сделали? Но про семью прикольно, да, она же как бы из Индии, они очень там все семейные. Хорошо, дальше пошли. Ой, какая-то инстаграмщица, нет. Во, вот что-то родное. Калина Соколова, Украина. Ну-ка, атака дальнего боя. Она тоже механик, блин, это тоже... А, во, видите, механик-механик. Медик-медик. Это, наверное... А, ну это ВДВшник, да, явно. Универсал это означает. Вот снайпер прикольный, товарищ, наверное. Это я снайпер, да, снайпер. Так, погодите, погодите, погодите. Ну-ка, голос. Калина, nice to meet you. Are you offering a job? Что-то странное, погодите. Сова, лава. Так, погодите, а что у нас все опять какие-то женщины сильно независимые? Блин, что, только одна красивая-то, что ли? Ну-ка, ты что скажешь? Блин, тоже голос ужасный, а у тебя... Fox here. Опа. If this is about a job, I'm all ears. Well, that's not completely true. I have other parts too. Интересно. Ну, я такое не одобряю, но голос у тебя самый приятный. Давайте-ка, что это такое? Синтия Газмен Ласка? Или Лиска? А, Лиска. Эффектная внешность. Когда Лиска начинает бой, противники переходят в состояние удивления вместо встревоженности. Удивленный персонаж становится встревоженным в начале следующего хода и получает дополнительную защиту от тихих убийств. Ничего рта, непонятно, но очень интересно. Видимо, как-то обыгрывается ее внешность, да? Первую смену оружия за ход можно совершить бесплатно, это мы знаем. Быстрее выполняет подготовку, получение и тренировку. Интересно! Интересно, почему она быстрее учит других? Интересно. Снижает штраф точности при стрельбе из двух оружий. Класс. Киллер.
кто бы мог подумать, что инстаграмщица киллер. Можно наносить критические попадания с помощью атак типа прерывания. Прерывание — это, наверное, ответный выстрел, если брать аналогию XCOM, да? Автоматически перезаряжает оружие, если в прошлом ходу использовался контроль. Опять что-то, очень много каких-то слов, уже сложно как-то... Надо будет разбираться. Не буду, наверное, вникать сильно. Так, окей, что там биография? Согласившись задержаться в стране, чтобы позировать для рекламирующих новый мирный арулька брошюр, Синтия с готовностью фотографировалась в бикини на местных пляжах и выступала на местных стрелковых конкурсах, щеголяя навыками стрельбы по-македонски. Ее глубокие познания в человеческой анатомии также оказались востребованы. Сын президента нанял ее, чтобы она давала ему частные уроки. Ну, познание анатомии, частные уроки, сын президента и бикини. Все сходится, да? Тем не менее, недавно она сообщила, что вновь открыта к деловым отношениям. Где угодно, когда угодно и с кем угодно. Понятно. В общем, мы таких видали, да? Слушайте, ну я нанимаю. Что тут думать? Конечно, берем. Okay. Так, две девушки есть. Мы же наняли? А вот эту наняли? Я вот что-то не понял. Я ее нанял? Я же нанимал вроде. Если я не найду... Почему изменены? Погоди. Я бы с радостью, но отец говорит, если я не найду себе достойную высокооплачиваемую работу... Она мне типа больше денег загнала, что ли, теперь? Ах ты, хитрая собака. Ну ладно. То есть меня просто тут подняли на деньги. Ну ладно, ладно. Ладно, я тебя запомнил. Так, и кого нам еще взять? Анаболика, что ли? Слушай, я не хочу тут. Я уже так долго выбираю. О, вот так можно теперь смотреть. Бикини, да? А вот эту можем посмотреть? Или как тут? А, вот так. О, слушайте. Да я хороший отряд набираю, кажется. У врагов нет шансов, мне кажется, не? Я бы еще взял девушку, да нет, нормальных что-то. Калину вот эту, может быть, взять. Но она механик, видите, я не хочу дублировать. У меня есть механик, есть медик. Вот Амныра, может быть, а, взять. Родившийся в стойбище оленеводов. Слушайте, это наш, по-моему, товарищ на Дальнем Востоке России. Амныр начал свою карьеру наемника с того, что помогал Мерк выслеживать браконьеров в сибирской тайге. Почувствовав вкус приключения, молодой чукча уехал из России и вступил во французский иностранный легион. В конце концов, осев в этой стране, прекрасная меткость, необычайная острота слуха, невозмутимость и знание английского, французского и... Интеллект 77, что ты немного языков там знаешь-то? И русского принесли Амныру расположение начальства и уважение товарищей. Человек по природе неторопливый и неамбициозный, Амныр в конце концов устал от службы и при первой возможности перешел в наемники, сам подбирая задания. Так это же я, ребята, это просто я вообще. Я пока, конечно, не знаю французского, и английский так себе знаю, но вот по всему другому описанию это просто я же, ну. Еще и снайпер, ну как бы, ну прям вообще, это я, все, я даже не буду здесь, все, где, как связаться, как взять. Я Омрин. Ты должен быть главным. Do you have job? Is it easy? Да, берем, погнали. I sense an evil omen, Glavin. Изменены? This means work will be hard. Больше кушать? Торгуется? Слушайте, а что за дела? Что все с меня деньги просят? Ну давай, ладно. Good. We speed up. I will come to this Grand-Chien. Но сперва надо поесть и поспать. Это точно я. Сори, это не Амнер, ребята, это я. Это МНЖ здесь, вам кажется. Тут МНЖ написано. Это просто я. Все, слушай, я доволен. И тут есть я, тут есть две девушки прекрасные. Это именно такой отряд, который бы я себе собирал, если бы я шел в наемники. Кажется, мы готовы. Нам вот Игоря какого-то рекомендуют. Но что-то мне такие типы не очень нравятся. Не, мне кажется, нормас. Погнали. Все, хватит, короче. Обучение. Возобновите ход времени и дождитесь прибытия наемников. Давай, возобновляем. Вот так вот у нас выглядит карта. МНЖ, фаза и Лиска. Класс.
Отряд мечты. Еще деньги в кармане есть. И отдохнуть, однако. Так, окей. Продолжить заказчику Эмми Лафонтен. Лафонтен, интересная такая. В бой, да? Противники неизвестны. Давайте в бой. Флаговый холм, ясная погода. Стрелять в торс проще всего, но выстрелы по другим частям тела могут наносить увеличенный урон или накладывать доп-эффекты. Интересненько. Встреча с клиентом, окей. Блин, ой, я переживаю, как тут на видео все это выглядеть будет. У меня-то картинка более-менее, но тут так много деталей. У вас, наверное, сейчас там мыло может быть конкретное такое. О, как интересно, нижняя панелька вылазит. Только если я мышку навожу. Слушайте, а это вообще прикольно так-то. Блин, надо запомнить. Интересно. Используйте первую кнопку мыши, чтобы выделить ваш... А, ну понятно. Ага, стратегия. Окей, как он выделение выглядит? Окей. Нужно вот так вот бегать, да? Что у нас тут есть вообще? Давайте потихоньку с интерфейсом познакомимся. Задание, ясно, понятно. Тут нам пишут статы. Непонятно нафига, правда. Управление отрядами. Наверное, нас позже этому научат. Я не хочу пока туда. Есть какой-то снайп. Типа скайп, но снайп, да? Наемникам мир нанят. А, ну это типа лог, что ли? Лог событий? Это лог событий, смотрите. Да, это, кстати, классно. Смотрите, как лог сделан, да? То есть есть маленькая кнопочка на экране, и она открывает лог событий. Угу, угу. Кто-то знает, увидит, что я показываю. Хорошо. Командование. Вид со спутника. Это карта на буковку М. Это закрыть. Окей. Браузер. Это вот это дело все. Окей. Что там еще есть? Заметки. Заметки — это наши эти, да? Как бы типа задачник. Почта. Прикольно. История. Лиска фазы Эмнер. Операция началась. День первый. Типа журнал. Хорошо. Что еще? Управление отрядами, мы там были. Информация о наемнике. Это мы тоже там были. Инвентарь. Вот здесь мы не были. Это... А, это имущество отряда. А это что у них раскиданное по ним, да? Лиска, фаза. У Мдыра ничего нет пока. У Лиски какой-то пейсмейкер. Пейсмейкер — это миротворец же, да? Пистолет-миротворец. High power. Подожди, ты же снайпер. Какая двустволка вообще? Высокий шанс крита, ограниченный боезапас, сильно сниженная эффективность прицеливания. Ты ж снайпер, какая сильно сниженная эффективность прицеливания? Чё-то... Ну ладно. Давайте что ли там побегаем, посмотрим. Может, нас игра научит чему-нибудь. Так, ну это RPG, да? Это не тактичка, это RPG, да? Бегать, типа как Westland. Оп-оп. Анимации. Так, окей. Перелезли. Ага, вот так вот говорят наши спецслужбы. Голос, конечно, у него ужасный прям. Так, у нас, смотрите, противника в зоне видимости. Мы вот так вот увидели врагов, да? Головорез, безмятежность. Безмятежность вне прямой видимости. Я сейчас буду, ребята, тупить. Я сильно не смотрел ролики, я так очень мельком их пролистал. Я буду, наверное, тупить. Прошу меня простить, но надо и с игрой разобраться просто сначала. Потом будем, наверное, попроще. Вот мне уже АД показывают. Вот у нас есть видимые цели, да? Серые, красненькие. Уже даже стрелять можно. Так, допустим. Ой-ой-ой, прицел какой-то. А можно вот... Режим маскировки. Переход в состояние режима маскировки. Если персонаж стоит, это действие заставит его принять положение присев. Скрытность накинулась какая-то. Это что? Это цель наша. Еще можно лежать. Что за иконка скрытность? Ну и так тоже скрытность, в принципе.
Так, а. Интересно, смотрите, иконки стали серенькие такие. Одиночный выстрел. Выстрел в движении. Один раз заход. Переход на новую позицию и последующий выстрел. Ага, типа стрельба на бегу, что ли? Перевязка. Контроль — это Overwatch. Укрытие тратится. Все ОД персонаж принимает положение присев и получает дополнительную защиту от любых атак с другой стороны укрытия. При получении статуса вне укрытия это преимущество утрачивается. Этот боец перенесет 5 ОД на следующий ход. А, ну это как бы конец хода и перенос ОД. Так, а кто у нас там по ближнему бою-то? Я забыл как-то уже. Ну давайте хоть наемников чекнем, а то как-то... У нас, наверное, нету, да, по скрытности никого. У них, кстати, уровень разный, смотрите. У этой вот первый, второй. Ну, она кажется нашей самой более боевой. Или, кстати, может быть, мужик пойдет первый. Давайте мужика пойдем. Первый. Здесь, наверное, дробовик по двоим хорошо будет. Это на прикрытии будет. А это у нас вот с этим разберется. А, у нее же какой-то эффект там интересный есть, когда ее обнаруживают, да? Прицеливание. Так. Чё? Пострелять как? Вот так? Удивление. Я промазал, да? В бою используйте, чтобы выделить ваших бойцов, чтобы отдать им приказ. Так, погодите, я вот здесь не разобрался еще. 11. Это наши ОД, да? 11, 10, 10. И первый раз я промазал, окей. У него удивление. Удивление, персонаж заподозрил неладное. Да ладно, серьезно. Просто стреляет по тебе кто-то, да? Но еще не успел сориентироваться. Улучшенная защита от тихих убийств. Персонаж становится встревоженным в начале следующего хода. Окей, то есть вот, вот как работает ее абилка, да? Она настолько красивая, что враги просто удивляются. Но как бы ничего серьезного, да? Full cover и полукавер есть. Вот нам бинты подсказывают. Ctrl-Z, Ctrl-X. V. Закрепить движение в определенной стойке. Давай-ка сюда. Сама садится. Находит травы. Не знаю, что бы это значило. А пострелять-то я могу. Еще вот непонятно. Смотрите, здесь 5 ОД, а здесь 4-7 ОД. Это вот прицел, да, пошел? Я могу выбрать часть тела. Похоже. Ну, похоже, надо выбрать. И вот в и на вторую кнопку происходит выбор радиуса. Это, может, как в Phoenix Point, да, типа. Желтый вообще очень тонкий получается. Но он самый дорогой. Зато гарантированно попадет, походу. Окей, допустим. То есть вот так мы можем за ОД регулировать шансы. Правда, они не написаны, но, видимо, по кругу определяются. Голова. Одиночный выстрел. Выстрел в голову. Существенное снижение вероятности попадания, огромный урон. А, ну урон больше, типа, да, он 27. В руки. Снижение вероятности попадания, уменьшение урона, наложение эффекта неточности, если попадем в руку, да. Тело просто стандарт. О, в пах надо стрелять. Лиска точно в пах должна стрелять. Снижение вероятности попадания, увеличение... урона, наложение эффекта подавления. Да, Лиска должна подавлять в пах, я думаю. Так, и в ноги можно, да? Это замедление. Окей, запомнили, значит. Это криты в бошку, жесткий урон. Торс, если хочешь попасть. В руки снижение у него урона. Пах демотивация. Ноги замедление. Окей. Ну, Лиска в пах однозначно должна стрелять, я считаю. Вот именно туда, да. Хорошо. Так, теперь ты не удивлен, да? Нормально все. Так. И у нее 2 АД осталось. Это видимо, все. Дальше здесь у нас. Вот интересно, почему мне 2 показывают? Видимо, потому что минималочка 5, да, стоит. Отвлекающий выстрел у него, абилка есть.
Не провоцирует атаки типа прерывания. Прерывание. Некоторые действия, черты, такие как контроль, позволяют персонажам прерывать ход противника и атаковать. Контроль. Сосредоточение огня. Контроль с ними преподания. А, короче, я понял. Если враг стоит на овере, то вот этим выстрелом можно этот овер как бы снять. Видимо, в этом прикол. А это вот просто выстрел, да? Я, наверное, все... подойду за full cover, вот похоже, да? Я не знаю, что дает full cover, что дает полукавер. All the way there, главный. Да, подкатились. А как цель выбирать? А, вот так, да? О, как прикольно, он переместился в сайдстеп. Оба. Да, смотрите, сайдстеп как работает. Хорошо, слушай. Камеру нельзя вращать, вот когда я целюсь? Блин. А, QE это цели. QE, смотрите. Вот сейчас можно камеру вращать. Свободная. Блин, как-то немного непонятно, погодите. Я нажал один. QE это переключение целей. И при этом Tab тоже переключение целей. Если я нажимаю один раз Escape, у меня свободное прицеливание. Которое, видимо, нужно, чтобы по двоим жахнуть иногда. Ага, окей, я это запомнил. Я пока учусь, ребята. Извините, если туплю. Ну, этого мы точно не достаем. Вот здесь, смотрите, интересно, как новые штуки появились. Препятствия. Атака не может пробить препятствие. То есть туда нельзя, короче, стрелять. Ну, или это будет бессмысленно, да? Допустим. Тут вот все нормально, да? Можно даже еще один ОД потратить. Может, в голову попробуем? 64 урона. Воу, мне кажется, ему и в торс хватит. На, просто ушел. Слушайте, красиво было. О, там Лиска уже ко мне подкатывает. Ух ты, какая. Так, окей. Здесь что? Подходить надо? Нет? Наверное, не надо. Интересно, кстати, есть Friendly Fire? Смотрите, мне интересно. Видите, линию показывает? А линию показывает эту линию видимости. Вот здесь я его вообще не вижу, а здесь вижу. Я понял. Кстати, мне очень нравится подсветка вот эта. Смотрите, на враге. О, видите как? Такой снизу лучик такой чик, прошел по нему. Прикольненько. Так. Выстрел движения у нее есть, но нам такое не надо. Секретные данные. А я могу? А, не могу, это пассивка. Ага. This is so exciting. Ну, можно поцелиться, типа, да? На 7 максимум. Ну, у нас все закрыто, голова только есть. Тоже давай попробуем в голову, может она справится. Нифига она не справится. Я тогда не очень понимаю, что круг этот показывал. Где шансы вообще? Так, ну а дальше что? Надо ход заканчивать как-то, не? Yes. Как это сделать? А, вот так, да. Окей. Мимо. Так, ребята, так. Старые добрые промахи в упор, а-ля XCOM, да? Я понял вас. А если мы вот так выстрелим? Ой, хорошо. А ХП сколько у тебя, товарищ? Можем посмотреть? Мы не знаем, сколько ХП. Вот ранение, да, какое-то. А сколько ХП у него? Неизвестно, да? Ну, допустим, ладно. Вот это 5 действий стоит. У меня 11. То есть я могу сделать так, а потом еще в упор выстрелить, да? Ой, даже не... Ух, а у него мощный пистолет. Основательный такой. Так, ну... А почему бесплатный, кстати? Смотрите, если я в небольшом радиусе двигаюсь, это бесплатное перемещение. Это у всех так? А, ну здесь я уже всеми походил. Надо посмотреть, у всех ли это так. То есть можно бесплатно реально подойти
и сделать два выстрела по 5. Ну, дробаш в торс, я думаю, должен попасть. Кстати, есть дуплет, но уже нету. Слушайте, дробаш-то четкий. Растереть ноги. Блин, это прям, короче, я не знаю. Если кто не в курсе, я увлекаюсь такой темой, как соционика. И вот это явно я, короче, это явно Габен, может, кто в курсе. Прям хорошо образ отыграли. Интересно. Мне нравится. Так, смотрите, нам говорили, что Тильда выбрать всех. Вот, я это запомнил. Переключайте отображение интерактивных объектов, нажимая Alt, а затем выбирая вот это интерактивный объект, да? На сём месте пятеро французских командос задержали роту немецкого десанта. Своим подвигом они дали защитникам там что-то. Неважно, короче, фигня какая-то. Так, а как... А, во, травы какие-то. Залутали на расстоянии, классно. А трупы можно залутать? Ну, что-то походу нет, да? Блин, очень мусорный визуальный стиль. Прям вот у меня, конечно, такое количество деталей немного сбивает с толку. Типа джунгли, да, может, в этом дело. Так, нам надо вот сюда. Погнали туда. А залутать можно. Труп 9-миллиметровый. А кто у меня их использует? Вот этот пистолет. Тут 0.44, да? То есть ей надо. Ну или вот так просто можно. В имущество отряда, окей. We move. Охранники какие-то. Окей, нас ждут. I do not know what it is, but we should probably take it just in case we need it. О, взломать можно? Слушайте, а мне ничего не будет за это? Паза, можешь взломать? Получены разведданные. 12 разведданные, смотровая площадка. Прикольно. И вон еще что-то можно взломать. Я уже не жалею, что взял эту. Слава богу, вы добрались. Я хотел вас предупредить, но вы уже выступили. Боевики Легиона высадились на Эрни. Они даже попробовали напасть на виллу. I didn't mean to put anyone else in jeopardy. I really think you should place the blame on the enemy and not on yourself. Да, смотрите, я что-то подзабыл. Тут озвучка вроде неплохая. Я, наверное, не буду, вот когда они сами говорят, читать. Если никто не говорит, я буду читать. А если они сами что-то говорят, то как бы читайте сами, ребят. Потому что, ну, слушать речь тоже приятно бывает. Мы справимся. Это был не самый теплый прием. Мы справимся, конечно. I am so grateful to hear you say that. Grandchian's own government can't do a thing to help. I am reassured by your confidence. Here, please take this as a gesture of my appreciation. Давай. Спасибо. В этом нет необходимости. Конечно, принять ты чё? Quite welcome. Мы наемники или кто? As to beginning your search, I suppose. Questioning the Legion soldiers on Ernie about my father would be a good way for you to start. This is Corazon Santiago. She's the director of operations in Grand Chien for the Adonis Corporation. Her people encountered the Legion face to face. She will manage additional funding while you are in the field. Additional funds are good. Snacks are also good. Hello. It is good to meet you. As Emma said, I will provide you with a cut of the proceeds from the Adonis Diamond Mines to help fund your mission as you liberate each one from Legion control. Whole mines full of diamonds? Well, now you've got this girl's attention. If I am being completely honest, this would not be the first time I have liberated diamonds. But first things first. The Legion has overrun the island, capturing the town and the old fortress. Liberating the town is essential to securing transport to the mainland. But securing the whole island will ensure you have a good base of operations. Additionally,
The locals may be appreciative and give useful intel. Так, окей. Что еще вы можете рассказать? Расскажите об острове. Об острове. This island is isolated and defensible, and will serve as a good launch point for missions into the Ajani River Valley. The people here are docile but resourceful. Help them, and they'll help you. Some may prove more helpful than others, I'm sure. But you should talk with as many of them as you can. They may have information that could be of use to you. Please excuse me. I must take this. Yes. No! Just tell them to wait. Мутная женщина вообще. Выглядит как-то стрёмно. My apologies. Where were we? That did not sound good. Как же голос ужасный у неё. It was nothing that concerns your mission. It was simply certain logistical issues that require my attention from time to time. Again, I apologize. Do you have any further questions for us? Слушайте, она очень мутная, да? Она выглядит как-то стрёмно, как будто какой-то ЦРУшник, мафиози или что-то, я не знаю. Это какой-то гибрид непонятный. Еще нам как будто бы намекнули, что она какая-то мутная. А, что вы еще можете рассказать? Да мне так-то пофиг, на самом деле. Пока. Corazon and I will be keeping in touch via radio. Да, хорошо, радиосвязь. Прекрасно. Я вообще ломануть хотел, что у вас тут? Анимации никакой нет, кстати, на взлом, обратите внимание. Плюс 5 лояльности вы получили. И что там еще было? КПК для поиска дополнительных данных. Я не понял, что она получила, короче, от последнего взлома. Обучение. Вы можете переместиться в другое место с помощью... Ага, я понял. А поговорить еще можно? Снова здравствуйте. Так, ага. Corazon and I will be keeping in touch via radio. Модельки, кстати, красиво нарисованные. Вот, вот именно вот эти. Ну, такое. Они соответствуют тому, что здесь? Ну, вроде соответствуют, кстати, да? Потому что моделька что здесь, что там. Только там она, наверное, в максимальном рендере каком-нибудь хорошем. Так, окей. Что тут еще? Надо везде бегать, видимо. Мы когда подходим к чему-то... Во, видите, они вот... обнаруживают что-нибудь. Невозможно открыть. А у меня отмычка была у кого-то. Тебя, по-моему. Нереально. Так, а если я сяду? Как предмет применять? У тебя же отмычки есть. Погодите, ну вот же отмычки у тебя, нет? Что, ты не можешь ими пользоваться? Вскрывает замки на дверях и контейнерах. Неквалифицированное применение может безвозвратно повредить. Изнашивается при каждом употреблении, не поддается ремонту, используется автоматически, просто находясь в инвентаре. Ну вот, вот же, вот. А, видимо, не может она, да? Она не может, короче. Слабовато еще, да? Ладно. Окей, что тут еще надо куда-то сбегать нам? Вот дорога какая-то. Там вот что-то есть, я вижу. Тут может что есть. Мини-карты вот жалко нет. Я когда смотрел ребят играющих, тоже я не очень понял, почему они мини-карту не сделали. Очень неудобно без нее, прям не хватает вот ее. Понять, где ты был, где не был. И она, походу, не включила. Вот, видите, вот здесь я не был, да? И пока так не покрутишь, хрен поймешь, где ты был, а где не был. Это косячок. Вот, как бы, места на экране много же. Замутите мне карту просто, и все. Чего же они ее не сделали? Нет, я хочу вот это взять. Нет. А как это взять? Ну, это же явно лежит что-то, нет тут? А, это выход, это иконка выхода, блин, я думал, это какой-то типа предмет залутать. Ладно. Тут явно тоже что-то есть. Опа, запчасти. В отряд давай, а это что такое? Метательное оружие, сигнальные шашки. Освещает территорию, высока вероятность неудачи, бесшумная. Ну, это какая-то фигня, походу. Ну, ладно.
Так, кстати, вот медикаменты я бы дал нашей Лиске. Она же медик. Да, у нее 69, она явно медик. Ну, вроде так. А здесь, кстати, у меня нож есть еще. Как тут нажать это? На С, да? А нож, ты умеешь им пользоваться вообще? Это у нас контроль. Устанавливает контроль в круговом секторе, неприменимый к пулеметам. Автоматическое оружие он умеет использовать. Хотя начал с дроб... Это вообще странно. Он снайпер, умеет пользоваться автоматическим оружием, но ходит с дробовиком и ножом. Ну да, конечно. Боевой дух снижает в начале боя, если он происходит в подземелье. Не любит подземелье, клаустрофоб. Минимальная точность для безнадежных атак. Знать бы еще, что такое безнадежные атаки. Окей. Это я помню, что было. Это я тоже помню, что было. Ну, нормально все. Тут я более-менее помню. Of course. Ладно, что? Давайте... А, нет, мы еще было место одно. Вот здесь. Где-то здесь. Сюда идем. Бастион какой-то. Бастион. Let's get moving. Hey, look at this. Тоже залутать можно было. Ну-ка. Противоосколочный жилет. 30% уменьшения урона. Состояние плохое. Слушайте, ну у нас вот, вот это хп же, да? 55, 78, 67. Наверное, ей надо. Аллергия на блошиный рынок. Да ты ж с Индии, ты чё там? Все вообще должно в блохах, клопах и в прочей херне быть. Makes sense to me. Better to watch a fight than be in one. But I'm not with them. I was just doing a bit of scavenging on the beach. Yeah, that's how I provide for my family. Да, просто прохожий. Просто прохожий ходит с золотым долларом. Гражданский? Да неужто? Oh, you mean this gun here? It's just... It's just for protection, boss. These are dangerous times on the island. Что там заливает, а? Что ты? Семья говоришь? Давайте намеками пока. Oh yes, boss. A big family over in the Rust. That's what we call the area just east of town. It's not a nice place. My boys cannot play football without tripping on old war equipment. They depend on me. You see, if I don't bring home the bacon, they don't eat. My poor family. Да-да, конечно. Этот... Из Форсажа, что ли? Это у тебя клубная футболка, Легионе. Руки вверх, короче. No need for violence, boss. I've done nothing wrong. See? I'm cooperating. Умри. Это может быть последствия. Пока. Ну-ка. Eh, ouais. Chien sauvage. The best team in Grand Chien. Their merchandise is shit, though. I asked for 13 and they printed 31. Блин. Well, that's the Patriotic Legion of Grand Chien. Quite a gang they are. I think some of them were trying to snatch that Emma girl, the president's daughter. But I guess that didn't work out. Emma. Что ты знаешь об Эмме? Don't know nothing, boss. I've just heard that the major wants the girl. I guess he wishes to complete the set with her father. Ты из Легиона. Интеллект у фазы. Во-во, проверочки пошли РПГшные. Но у нас фаза очень умная, давай. No. This is not true. Don't shoot me, boss. I mean, maybe I had some dealings with the Legion in the past, but who doesn't? It's a small island. Look, just let me go to my family and I... I will give you diamonds from my secret stash. I swear. Мы пошли проверку. Папаша, это президент ваш, что ли? Что за майор? Well, he's the leader of the Legion, of course. No one really seems to know him at all. Very mysterious figure. Very dangerous. May I go now? Please. Куда ты там собрался? Не-не-не. Ты нам алмазы сначала отдашь? Bien sûr. Please, take these. I just found them on the beach, I swear. All yours now.
I can go? And you won't shoot me in the back? I only shoot people for money. And for food. Слишком они перегибают палку, конечно, там с этой едой. Слишком они как-то этот... карикатурят уже местами. Так, можем обыскать что-то. И найти еще алмазики, ништяк. И почему-то они у Лиски оказались, не Лиски. Инстаграмщицам я бы деньги не доверял. У себя надо их держать. Ценные вещи можно продать прямиком из меню предмета. Передать, разделить, выбросить, продать, продать все. Так, ну пока не буду. Вдруг можно будет дороже куда-нибудь их сплавить. Так, окей. Что-то тут еще у нас есть. Лекарства всякие, да? А это одноразовая штука? А, это одноразовая штука. Набор первой помощи. Восстанавливает потерянные ОЗ и стабилизирует состояние умирающих персонажей. Требуется для использования перевязки. Тратится при каждом употреблении. Ага, ну это мы вот так сделаем. Используется для операции лечения ран в виде со спутника. Используется для восстановления аптечки наборов первой помощи. Ага, то есть вот это составная часть вот этого. А это как предмет юзается. Я понял. О, кстати, очень удобно. Смотрите, нам, когда наводишь, нам вот здесь появляются типа навыки их, которые влияют на этот предмет. И вот сразу видно, что фаза у нас взломщик, а медик у нас Лиска более-менее. Ну и фаза тоже. А вот это метание гранат, и похоже, надо тоже фазе давать. А я с деньгами буду ходить. Ну все. Сутенер полноценный. У девочек деньги забрал и ходит. Так, это берем. А как можно быстро взять? Т взять все, да? Ага. Т надо запомнить. Ну окей, вроде мы тут все поделали. Вид со спутника. Отправляйтесь в деревню Эрни. А он сразу туда пойдет? Или как? Не, видите, он вот так пойдет. Через этот район. Тогда сюда пойдем. Это что такое? Прогноз. Прогноз какой-то там был. Секторы замечены силу противника, готовьтесь к бою. Нас трое, их шесть. А ну-ка, бой. Смотрю, ясная погода, разведданные. Потратив дополнительные АД на прицеливание, вы повысите вероятность попадания. Эффективность прицеливания возрастет с повышенной характеристикой. Ну вот да, мы видели, что там типа есть меткость, это просто меткость, а есть ловкость, и она влияет на прицеливание. Это мы потом еще изучим. Так. Интеллект обнаружены травы. Это где они? Вот они. Местный. Я решил смыться. Но в деревнях целая куча. Вы сможете подкрасться и перестрелять их. Типа подсказка, да? Подсказочка, короче. Опа, вижу. Раз, два. А почему, кстати, я их вижу? Три, четыре. Головорез, снайпер. Ну, их четверо, да? А, еще головорез. А почему их вижу? Вот из-за этого, что ли? Наверное, из-за этого. Она же там что-то взламывала. Мы, наверное, поэтому их видим. Пять травы. Как интересно, он говорит, лук, ну, типа, этот, смотри туда, и главный не переведено. То есть это именно так русское слово используется. То есть они подсмотрели, что... То есть, ну, забавно, короче. Жаргонизм, да, определенный. Жмите на эту иконку, чтобы перейти в режим маскировки. Означает, что можно совершить тихое убийство. Мы перейдем обязательно, сначала полутаемся. Мы же в РПГ играем. Так, окей. Ну давай. Скрытность. Я бы, честно говоря, наверх пошел.
обыск. Что-то можно найти там. Сверху, мне кажется, поинтереснее было бы их разваливать. Ну-ка, давай маска. Опа, Фомка. Амныр у нас сильный. Ну, то есть я. Гранаты. Гранаты надо... Надо, наверное, вот сюда все-таки дать. Блин, я не знаю, вот как навыки прокачиваются. Если я буду часто гранаты бросать, мне это что-то даст? О, пистолет этот, нож и гранаты. Нормас. Тут можно вот так, да, сделать? О, хорошо. Слушайте, ну хорошо вроде. Окей. Давай туда уберем. Ближе надо подходить. Во, вот эта иконка была типа скрытное убийство, да? А ну-ка в голову ему. Ой, хорошо! И при этом они только лишь удивлены, то есть это ничего серьезного, да, как я понимаю? Так, ну вот этот высоко, пёс. Сюда? И чё, ты прямо оттуда можешь стрелять? Что-то я не понимаю. Не, вот мне дальность, походу, показывает. Типа не очень дальность. Может быть, другим стоит лучше выстрелить сейчас? Например, тобой? За кадром. Интересно. 5. Слушайте, а может быть, вот это то, что они удивлены, это значит, они сделают фигню? Думаете, а? Вот конусный Overwatch есть. Он нам тут перекрывает что-то еще. А, у него такой радиус максимальный. Давай попробуем. Так, и ты у нас, товарищ. Даже не знаю, тебе надо, по идее, близко подходить. Что тебе еще делать-то? Тихо, главный. Главный. Вот так попробую. Тобой вот так. Если он ближе подойдет к нам. Максимум атак 2, кстати. Смотрите, интересно. То есть я потратил все очки. И ей хватит на 2 выстрела, если что. Ну, смотрим. Овер так себе. А вот здесь. Ну, тут получше. У, хорошо наваливает. Камера. О, еще здесь хватило, но она чуть не попадает. А камеру можно как-то повернуть? Камера. Как-то очень крипово это выглядит. Камера, в общем, фиксируется в каком-то странном положении, что ничего не видно и никак не меняется. Это такая вся история. Используйте набор первой помощи, чтобы сделать раненому бойцу перевязку и восстановить часть ОЗМ. Это вот ему, да? У него 2 ранения. О, тут смотрите, какая-то очень сложная система с ХП. У него голубеньким ХП, затем вся эта полоска, это как бы максимальное ХП, но вот там я вижу серую полоску с другой стороны. И это, видимо, ХП, которое ты не сможешь восстановить. Прикольно. Прикольно. Но я сам виноват, что вне укрытия стоял. Так, я бы тобой на самом деле. А у нее вот сколько будет бесплатное движение? На две клетки тоже. То есть 2 клетки бесплатно всегда. Я понял. Я бы попробовал вот так сделать. Попал. Можно еще разок.
на пятерочку, да? Ну, в руки, видимо. Тут, видите, что-то защита бронирован, типа, с бронежилетом, что ли? Не попало. Окей. Как перезаряжаться? 3 ОД стоит. Жирно, блин. Ну, а так я защищен буду, кажется. Ну и в голову, да? Ух, нифига, у него статус вне укрытия, перекрестный огонь. Персонажи угрожают с обеих сторон, атаки поэтому персонажи наносят 20% урона, он ранен, кровоточит. Все плохо у товарища. Так, тут на 6 можно. Мимо, то есть в упор мы мимо, да, сделаем? Ну так, попали хотя бы. Окей. More enemies here, главный. Let us kill them and take rest of day off. Так, окей, разобрались, но мне надо залечиться было, а? Так, кто там медик-то у нас? А ну-ка, залечи мне его. Oh, many gratitudes. Blessings to all your relatives. Так, и он, да, видите, восстанавливает все до вот этой серой полоски. Понятненько. Ладно, пойдем лутаться. Кусачки. Автоматически используются. Давай ему дадим. Граната тоже ему дадим. У него, видите, пока что оружие ближнего боя, а так он может куда-нибудь кидать подальше их. Деланст. Дистанция, что ли? Наверное, вот эта вторая строчка, где написано 17 ДЛНСТ, наверное, означает дистанцию. И она явно больше, чем у дробовика. Так что хорошо, что у него граната. Патроны. Сюда можно залезть? Да, они умеют сюда залазить. Хорошо. Тут мы всех залутали? Не помню, да пофиг. Ну и здесь у нас два врага, они о нас не знают. Надо в маскировочке поделать. Вот что-то там нашли. И вот не очень мне, я пока вообще не понимаю, как работает маскировка. Когда они меня увидят, когда нет. Вообще непонятно. Паузы нет. Типа, для стелса. Единственное, что я понял, что вот этой надо инициировать всегда первой. Вот, вот что это значит? Он меня увидел или что? Что это значит? Мигает что-то? Вообще не понимаю. Но в голову получил. Удивлен. Надо же. Так, тут каверов нет. Оказывается. Вот здесь есть кавер. Давай. Мимо. Но теперь начался бой. Он еще и выстрелил. Ух ты, пес. А почему красная, кстати? Почему красное укрытие стало? Аж синее было. У него, кстати, голова защищена, походу. Интересно. Так, амунир наш. Ну, то есть я. А если встать? Если встать, дальше бежит. Блин, это влияет, короче. Но уменьшает дальность перемещения, снижение уязвимости для выстрелов и взрывов. АД вычтены из бесплатного перемещения. Значительное уменьшение дальности перемещения. Уменьшение... А, ну, короче, понятно. Ну, и зато снижение урона, да? То есть надо обращать внимание, еще они стоят там или что с ними происходит. Давай вот так, перебежка типа, да? Ты тоже давай-ка встань. Скрытность еще теряется, кстати. Она, видимо, у меня была, но потерялась. Давай вот так. А, я понял, красная
Красный щиток означает, что укрытие может быть разрушено, видите? Там типа молния такая. А синий означает, что укрытие нельзя разрушить. Вот оно что. И конец хода, да? Камера, конечно, меня прям расстраивает. Это что такое? Что он делает? Что это? Он типа целится в меня? Он же снайпер? Он в меня целится. Ой. I'm awake, главный, but hungry. Я жду. Я готов, главный, но я голодный. Ну, они как-то сильно, конечно, на эту тему наседают. I will go. Не знаю, в чистом поле будут стоять, походу. Хотя не круто, наверное. Может, укрытие все-таки занять? All давайте укрытие way, займем. Yeah, сядем еще. А лечь тоже бесплатно? Нет, уже Витя АД стоит. Отстой. А вот то, что я здесь буду стоять, это посчитается за укрытие или нифига? Наверное, нифига. Okay. Тогда сюда бежим. Угу. Что-то там нашла. Так, а тобой что делать? Я вообще не знаю. Давайте я нажму укрытие, что хотя... Что означает вот то, что я прицелился? Если я вот так сделаю. На 3 атаки мне хватит, написано. Давай. Раз. Два. А где третий был? Слушайте, ну интересная механика. Все три выстрела, ну то есть сколько их там было? Два, да, было выстрела. Они произошли не одновременно, а произошли как бы при его начальном движении. Через пару клеток потом еще одно сработало. Интересная механика. Но МНГ уже подкрался к тебе, товарищ. Так что, по-моему, тебе не жить здесь. Руки, торс не защищены. До свидания. Дробовики огнят, конечно, пока. Смотровая площадка переходит под ваш контроль. Угу. Открыто. Опаньки. Автомат. Автомат и патрончики, да? Так, закинули. А какие нужны? 7,62. Они у меня есть? 7,62. 11 патронов. Маловато, конечно. Ну, смотрите, по автоматам у нас хорош, опять же, МНГ. No, lovely. Only members of my tribe. Могут прикасаться к ножу. Этот предмет невозможно переместить. Ах ты какой! Ну, автомат тогда не получишь. Это его любимый нож, типа. Не, ну ходи с дробовиком, он мне больше нравится. Вот этой бы я дал. Автомат, наверное, кстати. Хотя вот ласка поточнее вроде. Ладно, давай тебе автомат дадим. Пока что. Окей. Что тут еще у нас? Запчасти нашли. $1000. Нормас. Это что такое? Обыск. Запчасти, да, опять. So boss. Что еще? Вроде все, да? Хотя вот здесь как будто что-то есть. All right. Что-то есть тут явно. Во-первых, вот здесь я, по-моему, что-то не залутал. У меня, видите, ранение какое-то. Так, ладно. What is this? Травы не упускаем. Let's get moving. Блин, могли же хотя бы сделать, знаете, анимацию, типа персонаж садится и вот что-то ручками делает. Все равно же она время занимает. Как-то странно смотрится. The assertive type, eh? I like that. You just like watching me walk. Ну, ладно, ничего тут нет. Так, окей. Залутались, две локации прошли. Базово с интерфейсом ознакомились, с персонажами ознакомились более-менее, да? Да. Я думаю, для первой серии этого достаточно.
Дальше я решу, в каком формате будем поигрывать. Еще, кстати, все время было 60 FPS, как я вижу, да? То есть никаких проблем нет, можно еще и графику поднять немножко. Это мы этим тоже займемся. Вот. И дальше я решу, в каком формате будем играть. Пока что первое ощущение от игры, ну, приятное. То есть тут есть небольшие косячки в плане UX. Вот камера себя очень странно ведет, я этого не понимаю вообще, как она какая-то дурацкая. Немного перегружена по механикам, но в целом как бы, ну, нормально. То есть хочется продолжать пока что. Пока что хочется продолжать. Плюс мне нравятся персонажи, что здесь есть товарищ очень похожий на меня. Не внешне, а по характеру. Две девушки. У одной, конечно, голос ужасный, но зато у другой хороший, смотрите. Ну-ка, дай ту. Yes? Не трогай меня. Или что там, тис, не помню. Ну, короче, да, что-то такое. Окей, встретимся с вами в следующей серии. Пишите, как вам заходит, не заходит, что думаете. Ну и завтра поиграем, не знаю, решу. Может быть, стрим будет, может быть, просто вторая часть. Посмотрим. Все, ребята, увидимся в следующей серии. Всем пока!